Еще раз добрый день, уважаемые коллеги, и разрешите еще раз поприветствовать вас на нашем конгрессе «Белые ночи». И когда я произношу это слово в моем любимом городе, то я не могу удержаться от цитаты Александра Сергеевича Пушкина из «Медного всадника», поэтому я привела его сегодня, так сказать, в первом слайде. Ну, а дальше, без отвлечений, разрешите вам представить этот доклад. Дело в том, что, конечно, мы сегодня уже много говорили, потому что целый день посвящен этой актуальной проблеме диагностики и лечения рака шейки матки. И сегодня было еще, помимо того, что мы здесь собрались в основном зале московский, были еще и сателлитные симпозиумы, в том числе сателлитный симпозиум по скринингу, где обсуждались как раз очень важные вопросы скрининга и диагностики, и ранней диагностики рака шейки матки. Поэтому я надеюсь, что многие доктора посетили и тот симпозиум, и многие докладчики уже затрагивали эти вопросы, и мне легче выступать после этих лекторов. И, естественно, проблема, она, несмотря на все усилия, которые предпринимаются и организаторами здравоохранения, и врачами, и исследователями, она сохраняется во всем мире на сегодняшний день, остается актуальной в связи с высокой заболеваемостью и смертностью от этого заболевания. И даже в странах, где мы знаем прекрасно, на сегодняшний день это не, так сказать, ни для кого не секрет, что ранняя диагностика рака шейки матки связана с программами скрининга, и даже в тех странах, где эти программы хорошо работают, проблемы все равно остаются. Ну вот данные по заболеваемости в России, которые опубликованы в монографии, которые каждые два года выходят под эгидой Международного агентства по изучению рака. И надо отметить, что именно в этом сборнике всегда присутствуют данные популяционного регистра нашего города, Санкт-Петербурга, который многие годы возглавлял Вахтанг Михайлович Мирабишвили. И вот мы где-то, так сказать, по этим данным, Россия по заболеваемости находится где-то в середине между странами, других странами и континентами, так скажем. И самое печальное, что мы наблюдаем рост, уже сегодня об этом говорил профессор Ашрафян и многие другие, что мы наблюдаем рост заболеваемости именно в самой, так сказать, молодом контингенте, у самого молодого контингента женщин, у женщин репродуктивного возраста. Вот на этом слайде приведены данные последних наших, так сказать, исследований по статистике в этом вопросе, и вы видите, что заболеваемость растет именно в молодой категории женщин, да, в то время как у женщин старше 50 лет, это наоборот отмечается снижение заболеваемости раком шейки матки. Вот здесь тренды, я привожу вам тренды заболеваемости в течение последних 20 лет, как это выглядит по разным возрастам у женщин репродуктивного возраста и постменопаузального. И вот на мой взгляд, эти тренды показывают, что, о чем они говорят, о том, что когда в нашей стране, и начиналось это, между прочим, с Санкт-Петербурга, на Октябрьской железной дороге был впервые применен такой массовый, я бы сказала, скрининг молодых женщин на предмет ранней диагностики рака шейки матки, и занимался там профессор Дорожне этим, и мы получили после 80-х годов, в 80-м году мы получили резкое снижение по сравнению с 60-м, об этом говорил профессор Максимов, резкое снижение заболеваемости раком шейки матки. А потом, когда произошел провал в 90-е годы, да, и мы лишились вот этих вот программ скрининга, да, у нас этого не было, и вот я думаю, что нарастание как раз заболеваемости в поздней возрастной группе связано, то есть снижение заболеваемости в поздней возрастной группе связано с тем, что в свое время эти женщины были скринированы ранее, да? А далее, так сказать, молодые женщины у нас уже выпали в последние годы из этих программ. Поэтому мы снова возвращаемся к возобновлению вот этих вот усилий, которые были раньше, и вот этот конгресс «Белые ночи», так сказать, и свидетельство тому, что мы сейчас активно начинаем снова этим заниматься. Это уже не первый конгресс, и у нас были конгрессы и по скринингу, мы много обсуждали эти вопросы, и профессор Заридзе очень много об этом говорил, в том числе в нашем городе. И если мы говорим о раке шейки матки, на сегодняшний день это, пожалуй, единственная локализация, где можно заниматься не только вторичной профилактикой, да, ранней диагностики, а можно заниматься и первичной профилактикой. И поскольку мой доклад посвящен роли папилломовирусной инфекции в диагностике и лечении этого заболевания, то я хотела бы начать именно с первичной профилактики, потому что она как раз связана с фактором именно вируса папилломы человека.
Поскольку первичная профилактика заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека, она как раз заключается в снижении вероятности или предотвращении заражения, что достигается путем реализации профилактических противоэпидемических мероприятий. Что такое, так сказать, если представить папилломовирусную инфекцию как эпидемический процесс? Да? Стандартное звенья эпидемического процесса – это источник возбудителя, механизм передачи и восприимчивость. Если на первые два, так сказать, фактора медицина влиять не может, да, то на восприимчивость населения мы можем влиять путем вакцинации населения. Да? И, так сказать, мы знаем, помимо этого, что при малигнизации, это такая картинка, которую, так сказать, наверняка многие видели, она в монографии Киселёвых переведена, и здесь показано хорошо, что продуктивная инфекция, папилломовирусная инфекция, она проходит у значительной части зараженных женщин. И, в общем-то, в норме элиминация молодых женщин от вируса папилломы человека, в частности, 16-го типа, достигает через 8-16 месяцев в норме вирус должен уйти из организма. И второй вариант, который, так сказать, связан с заболеванием шейки матки, это персистенция вируса папилломы человека. Ну и эти вакцины, которые, так сказать, помогают нам в профилактике этого заболевания, они основаны на структурных генах L1 или L2, да, потому что, когда говорят, они опасны ли этот вирус, а там вирусные частицы, нет, к счастью, в этих вакцинах нет вирусных частиц, самых страшных, это генов Е1, Е7, а там чисто капсидные, там вот это вот, так сказать, структурный ген, и мы знаем, я не буду останавливаться на этих вакцинах, которые существуют, это всем известно, а я бы хотела бы поговорить о плюсах и минусах вакцинации. На контрольных, прежде всего, конечно, о плюсах, потому что контрольные исследования показали, что эти вакцины, так сказать, очень хорошо работают в отношении профилактики заражения вирусом 16 и 18 генотипа, и уровень антител, серопозитивные женщины остаются в течение очень длительного времени наблюдения за, вот, так сказать, за их состоянием. Далее, обе вакцины обеспечивают отличную профилактику против 16 и 18 генотипов вируса. И вот вставали вопросы, когда мы обсуждали, в частности, на Балтийском конгрессе по профилактике рака, в том числе рака шейки матки, а работают ли эти вакцины против остальных генотипов вируса, и по этому поводу было очень разное мнение. И вот я вам здесь привожу данные последних исследований, опубликованных в этом году уже, и эти исследования показали, да, что вот эти вот, эта вакцина, в частности, АСО-4, да, не называем фирменное название, сейчас это не принято, да, вот, они эффективны против 4 онкогенов, помимо 16-18, против 31-го, 33-го, 45-го, 51-го. Это вот последние данные вам здесь привожу. То есть и в этом плане вакцины эффективны. Но есть и определенные минусы. Дело в том, что поствакцинальные уровни антител против этих вирусов, они эффективны при вакцинации до 15 лет, это и менее эффективны у женщин старшей возрастной группы, но это связано, так сказать, с иммунитетом, с возрастным иммунитетом. Мы знаем, что фактически функция тимуса после 25 лет прекращается, и поэтому вообще все вакцины, они, любые вакцины, не только вакцины против вируса папилломы человека, они эффективны, поэтому в основном программы связаны, те, которые программы существуют, извините, программы вакцинации во всех странах, они связаны как раз с вакцинацией подростков, да, детей от 9 лет, начиная, да, потому что нужно достичь 9-12 лет именно хорошего поствакцинального уровня антител. И это, в общем-то, недостаток, потому что, вы знаете прекрасно, отношение родителей к вакцинам и так далее, да, и когда женщина уже самостоятельно может принимать решения, у нее уже такой активности можем мы не получить. Дальше. Вакцина не способна на момент вакцинации, если не способна предотвратить, так сказать, стойкий иммунитет, если у женщины уже персистирует вирус папилломы человека. Да? И вообще-то, когда только вот программы вакцинации начинались в нашей стране, то я знаю, что многие врачи советовали женщинам, уже носительницам вируса папилломы человека, все равно сделать эту прививку. И в моей практике были случаи, ко мне обращались такие пациентки, я знаю это сказать из очень известных московских клиник, которым прививали, делали эти прививки на фоне персистенции вируса. Персистенция продолжалась, и в том числе и я этих женщин уже лечила по поводу карцинома инситу шейки матки. И действительно, на самом деле, так сказать, это разные совершенно вещи. Вот сегодня прекрасный доклад
Александра Сергеевна, она показала, что да, существуют вакцины, но они лечебные вакцины, это разрабатываются, они еще пока на стадии изучения. Но это другие совершенно вакцины, не профилактические, а лечебные вакцины. И поэтому только ли вакцинация может решить все проблемы, так сказать, вот с снижением заболеваемости и смертности от рака шейки матки. И, так сказать, по прогнозам многих исследователей, вакцинация не может подменить собой скрининговые программы. Однако позволяет, я дословно хочу процитировать, значительно снизить заболеваемость и смертность от вирус-папилломы ассоциированных заболеваний и сократить расходы здравоохранения за счет увеличения интервала скрининговых программ. То есть мы должны прекрасно понимать, что на сегодняшний день скрининг не исключается, и никакая вакцинация на сегодняшний день не отменит нам скрининг. Да? Действительно, рак шейки матки – это то заболевание, который является идеальной моделью для скрининга, и поэтому успехи этих программ показывают такую эффективность во многих странах. Да? И вот это, так сказать, его поступательное развитие рака шейки матки не из места в карьер, как это бывает при многих других заболеваниях, в том числе и, так сказать, есть разные случаи для разных локализаций, есть и постепенное развитие, тогда для рака толстой кишки, есть модели, когда развивается из предрака, есть модели, когда из места в карьер. Но рак шейки матки практически во всех случаях развивается постепенно, это этапный процесс. И от момента заражения вирусом до развития рака шейки матки проходит в среднем 10-15 лет. И именно за этот промежуток мы должны, так сказать, провести все вот эти вот наши программы скрининговые. Да? Наиболее эффективным методом является логический скрининг, мы все это прекрасно знаем, который показал эффект во многих странах, где этот скрининг существует. И тем не менее, да, если мы посмотрим, так сказать, насколько программы эти у нас работают, но я, вот видите, привожу данные не самые, так сказать, красивые, может быть, да, здесь. Я просто выбрала, чтобы эти даты совпали, допустим, с теми данными, опубликованными, допустим, в США и у нас, 95-й год. Ну вот примерно такое соотношение случаев карцинома инситу шейки матки к инвазивному раку шейки матки, так сказать, вот в случае, если есть скрининг, в случае в России, где скрининг, пока программа скрининга отсутствует. Программа скрининга, да? Если мы посмотрим по годам, то вот, в общем-то, можно сказать, что очень мало что изменилось, но это, конечно, статистика, она, вот мы сейчас обсуждали с Еленой Александровной, в частности, в кулуарах, да, с Еленой Александровной Ульрих, мы обсуждали эту проблему, что, конечно, здесь, может быть, эти цифры не очень корректны. Они, потому что, как складывается статистика, да, из тех, вот, так сказать, заполняемых всеми врачами, да, 100 талонов. Если мы этот 100 талон не заполним, то и статистики не будет, да. И я думаю, что вот в регистры поступают не все случаи, учтенные карциномы инситу, да, которые остаются, так сказать, только в архивах, так сказать, лечебных учреждений. Но вот та статистика, которая на сегодняшний день есть в популяционном раковом регистре нашем, которую я вам сейчас привожу. И, в общем-то, по ней получается, что не такие уж успехи у нас и большие. Да? Далее. Дело в том, что даже если мы говорим о замечательной, самой лучшей программе скрининга, которая может быть вообще в странах, ну, на сегодняшний день самые лучшие показатели показывает Финляндия, где 4 случая на 100 тысяч женского населения – это самые низкие показатели. У нас где-то, по нашим данным, в России это 10-12 случаев на 100 тысяч женского населения, но есть данные, так сказать, в Африке, где там до 100 случаев и более на 100 тысяч женского населения. Но даже, я хочу обратить ваше внимание на эту цитату. Когда я сама пыталась понять, почему же приходят молодые женщины, у которых персистирует вирус папилломы человека, а длительно персистирует, а цитологически мы видим нет атипии клеток. И я когда лет 10 назад занялась сама этой проблемой, я шла от практики. Мне нужно было понять, в каких случаях все-таки мы должны делать, да, конизацию шейки матки у молодой нерожавшей женщины, и когда мы это делать не должны. И начиная, так сказать, свои поиски с литературного обзора, я обнаружила вот такую вот статью. И я хочу, так сказать, мне очень приятно было, что в этом году я дальше вам приведу исследования, опубликованные в феврале этого года Атена. Они, кстати, ссылаются тоже вот на эту статью о том, что не все случаи ранние диагностики покрывают социологическим скринингом. И в частности, вот эти авторы, да, среди них известная очень фамилия Кузик, так на которого известный очень, так сказать, гинеколог из Великобритании, они показали, что ретроспективные исследования по оценке эффективности скрининга Папа-Николау показали, что среди женщин, заболевших инвазивным раком шейки матки, которые поступали в учреждения для лечения, 47%
5 лет назад подвергались адекватному цитологическому скринингу. О чем это говорит? О том, что цитологический скрининг на сегодняшний день – это не самый, возможно, передовой скрининг. И вот в соседнем зале, да, сегодня на третьем этаже, мы обсуждали роль вируса папилломы человека как скринингового метода, да, роль ПАП-теста, ВПЧ-теста как скринингового метода. Хотя, вот на первый взгляд, да, вот так вот, сразу казалось, что он имеет больше недостатков как скрининговый метод, чем достоинств. Почему? Потому что мы уже об этом говорили, что не все инфицированные женщины заболевают, инфицированные вирусом папилломы человека заболевают раком шейки матки. Более того, инфицированных женщин на сегодняшний день очень много, от 30 до 80% даже через 2 года после сексуального дебюта. Дальше, дороговизна метода. Обсуждается дороговизна этого метода, да, что метод дорогой, и, в общем-то, никогда он не станет скрининговым. Ну, я вам сейчас приведу данные, так сказать, которые могут и положительно говорить об этом. Да, действительно, если мы посмотрим на эту старую, так сказать, на этот старый график, опубликованный еще, так сказать, Бошем в 2002 году, Хавьера Бош опубликовал данные МАИР, да, о том, что действительно пик заболеваемости, пик инфицированности вирусом папилломы человека происходит, это вторая-третья декада жизни, да, это где-то 25 лет серединка, да, а пик, так сказать, развития неоплазии шейки матки сдвигается уже в 4-е десятилетие. Поэтому, если мы будем проводить тест на вирус папилломы человека, мы выявим, в общем-то, всех инфицированных, а не заболевших. Но проводятся дальнейшие исследования. И вот 2 крупных метаанализа данных, европейских и американских исследований, установили, что тест на вирус папилломы человека более чувствительный, чем цитологический. 2008 год. Комбинация теста на вирус папилломы человека, да, гибридная, так называемая гибридная методика и цитологического метода обладает более высокой предиктивной ценностью в отношении выявления цервикальных неоплазий по сравнению с одним тестом вируса папилломы человека. Об этом тоже сегодня уже говорили. Далее. Вот я привожу, это вот публикация Дилнера, это профессор из Швеции, который был у нас на Балтийском конгрессе в прошлом году весной по скринингу рака шейки матки. Я привожу здесь, так сказать, из его статьи о том, что если мы применяем только цитологический метод, да, и вот два метода, то гибридный метод обладает большей предиктивной отрицательной ценностью по сравнению с другими методами. Потому что если он отрицательный, то мы вообще не видим, через 5-6 лет мы не видим нарастания цервикальных неоплазий 2-3 степени. Если же мы применяем одни цитологические методы, то даже если он вначале был отрицательный, то через какое-то время эти женщины становятся положительными, потому что мы не знаем их статус по вирусу папилломы человека. Здесь приведены данные вот одного теста. Если мы посмотрим только цитология минус, да, вот синеньким цитология минусы, и HPV минус, да, то также тест на ВПЧ, он большей ценностью обладает в плане, так сказать, отрицательной предиктивной ценности. Далее. Экономическая, если мы говорим об экономической эффективности, что это такое? И как оценить эту эффективность? Она оценивается в том, насколько длительно может тест гарантировать скрининг от обнаружения тяжелой дисплазии рака. И оказалось, что применение 2 методов гарантирует увеличение на 6 лет интервала между скринингом. А это экономически выгодно, если не каждый год, если не каждые 3 года, а раз в 6 лет, если все это пересчитать, то 2 метода могут оказаться дешевле, чем 1 метод. Далее проводятся следующие исследования. В 2012 году появились данные. Это уже исследование по Баскам, да, в Нидерландах. Применение ДНК вирус папилломы человека, тестирование приводит к более раннему обнаружению клинически значимых ЦИН-2 степени и более. И также они показали, что эти результаты доказывают эффективность использования этого теста для всех женщин в возрасте от 29 лет и старше. И вот их, так сказать, вот это вот такой алгоритм, так сказать, выявление, как можно, точнее, интегрировать скрининг на ВПЧ-тест, интегрировать его в скрининг, так сказать, вот рака шейки матки. И вот было показано, что если у женщин 18-34 лет или у более молодых женщин, так сказать, при сексуальной активности, 2
теста один раз. И дальше, если нормальное, если отрицательно, то скрининг раз в 5 лет, да? Если, так сказать, HPV положительно, ежегодный скрининг, да? Ну и, так сказать, вот, вот такая вот предложена такая программа для женщин 35-55 лет. Также комбинированный гибридный метод один раз в 5 лет и так далее, да? Дальше. Я хотела бы обратить ваше внимание, что действительно сейчас существуют как бы стандарты, да, вот задавался вопрос, в частности, на Балтийском конгрессе, а что делать, если у женщин, да, и сегодня обсуждалось это на заседании по скринингу, что делать, если у женщины выявляется положительный ВПЧ-тест и отрицательный метод цитологический, по стандартам обследования через 12 месяцев. И вот следующая публикация, это уже данные, данные исследования так называемого АТЕНА, которые проводились в течение 3 лет в США, опубликованы в феврале этого года, и они показали, что чувствительность теста на вирус папилломы человека как первичного скрининга для выявления цервикальных неоплазий третьей степени по сравнению с логическим выше на 28% у женщин старше 25 лет и на 24% у женщин старше 30 лет. И после 3 наблюдения выявление дисплазии, тяжелой дисплазии было более чем в 2 раза чаще у цитологически отрицательных женщин, чем у ВПЧ отрицательных. В 2 раза чаще. Дальше. Около половины всех случаев тяжелой цервикальной неоплазии были ВПЧ 16-18 положительные и направлялись на кольпоскопию и дальнейшую биопсию. И вот этот последний пункт, он вызвал, так сказать, такое и негативное, так сказать, отношение к этому методу. Повысилась частота этих кольпоскопических исследований, частота биопсий, и считалось, что это, в общем-то, не очень хорошо в этом плане. Но посмотрите, пожалуйста, вот, так сказать, вот на этот алгоритм, да? Первично, если мы проводим первичный ВПЧ-тест, да, и вот сразу обнаруживается, что он положительный, да, и мы говорим о том, что да, действительно, при заражении вирусом папилломы человека 10-15 лет проходит до развития рака шейки матки, ну, а дисплазия это года 3 или 5 лет, да, до тяжелой дисплазии, в среднем, я говорю, в среднем, но мы ведь не знаем, когда приходит женщина на скрининг или на диагностику, мы сейчас, может быть, я говорю часто слово «скрининг», которого у нас, я говорю, а просто о диагностике тех женщин, которые приходят к гинекологу. Мы ведь не знаем, когда она заразилась вирусом папилломы человека. Нам это неизвестно. Поэтому мы не знаем, что с этой женщиной в сегодняшний момент происходит. Если мы получаем у нее цитологически отрицательные данные, мы дальше эту женщину приглашаем через 12 месяцев по стандартам. А если, а вот в этом исследовании, да, было разделено, да, то есть 2 группы были женщин, которых сразу посылали на кольпоскопию с прицельной биопсией, да, и выявляли дальше, если выявляли дисплазию, то лечение, и если не выявляли, то наблюдение. И вот, так сказать, если проводили гибридную методику, да, то оставляли их под наблюдение в течение 12 месяцев. И вот это вот, именно вот эта вот негативная часть, она приводила к тому, что 50% женщин, да, даже не 50, а 200, в 2 раза выше, да, выпадали из ранней диагностики при инвазивных карцином. Вот такой вот такие данные. Поэтому сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы ввести тест на вирус папилломы человека в качестве первичного скрининга. И вот также вот это вот так, в этой статье также вот такие приводятся, так сказать, аргументы, что текущие рекомендации скрининга в США не одобряют ВПЧ-КО-тест, как сочетание, так сказать, вот, да, у женщин 25-9 лет из-за высокой распространенности вируса папилломы человека в этой возрастной группе, что приведет вроде бы, да, к ненужным кольпоскопиям и обнаружению клинически неважных поражений дисплазии второй степени. Но дополнительные исследования показали, что относительно чувствительность ВПЧ в сравнении с логическим выше, чем у женщин моложе 30-35 лет. Тем не менее, мы обнаружили существенно высокую частоту тяжелой дисплазии у женщин 25-29 лет. И, как сообщалось ранее, Соединенного Королевства, это та самая цитата, они ссылаются в этой статье вот на тех авторов, которые я показала, 47%, да, 47% не покрываются скринингом. И мне было очень приятно, когда я прочла эту статью, что я 10 лет назад на них уже ссылалась, да, о том, что не настолько чувствительный цитологический метод. И вот эти авторы, да, этого исследования, они сослались тоже вот на данные Великобритании. И вот рекомендации уже Европейского общества онкогинекологов, да, которые сегодня, так сказать, представители которого у нас сегодня здесь присутствуют, о том, что мы выступаем за
в общем, ведение тестирования на вирус папилломы человека высокого онкогенного риска. И эти данные, из проведенных исследований показывают, что настало время вести тестирование на вирус папилломы человека высокого онкогенного риска в области здравоохранения на основе скрининга рака шейки матки. Это уже вот такие рекомендации, да? Какой же вот альтернативный вариант применения исследования вируса папилломы человека существует и предложен, и в России, в общем-то, этот вариант сейчас, так сказать, в общем-то, считается более таким вот оправданным, да? Это, так сказать, его применение уже после клинического скрининга, так сказать, когда мы имеем непонятные заключения АСКУС неопределенной дифференцировки клетки, когда не могут сказать нам цитологи точно, есть ли там LCL, слабая дисплазия, или HCL, да, тяжелая дисплазия. И надо сказать, вот эти вот АСКУС – это самая такая вот группа женщин, самая опасная, потому что в ней могут быть и не только слабая дисплазия, вот в это АСКУС могут попасть и женщины с тяжелой дисплазией, просто недооцененные цитологически. И вот тогда, конечно, для дифференциальной диагностики очень хороший тест на вирус папилломы человека, потому что мы прекрасно знаем, что рака шейки матки и преинвазивного рака шейки матки не бывает без вируса папилломы человека. И вот это самые были показаны исследования, данные показали, что при тяжелой дисплазии показана кольпоскопия, специальные биопсии и так далее, но я не буду вам это все рассказывать, вы прекрасно все знаете. Вот. Я хочу сказать, что уже в 2005 году, да, вот в руководстве, такое внушительное руководство по скринингу рака шейки матки, изданное под эгидой, но оно на английском языке, у нас его переводного издания нет, вот, но оно есть, кстати, в библиотеке нашего института, это издание, которое вышло под руководством Международного агентства по изучению рака, было уже тогда сказано, что жизненно важно наблюдать женщин с позитивным ВПЧ-тестом и отрицательной цитологией, особенно молодых женщин. И проводятся исследования, которые обозначают вирусные или клеточные маркеры, позволяющие предсказать персистенцию вирусной инфекции или ее прогрессию в рак. И что мы на сегодняшний день знаем? Да, мы прекрасно знаем, что не все заболевают, так сказать, вот эта вот пирамида конусом вниз обращенная, что не более примерно 1% инфицированных женщин заболеют раком шейки матки. Далее. Мы прекрасно знаем, и эти данные, в том числе здесь я привожу данные и нашей школы, профессора Яна Владимировича Бухмана, совместно это было исследование со странами СЭФ сделано в свое время, и данные шведских исследователей, о том, что дисплазия – это, в общем-то, шейки матки, это динамический процесс, существует случай обратного развития дисплазии, и чем меньше степень дисплазии, тем больше частота возможности регрессии этих изменений, наоборот, чем более тяжелая дисплазия, тем менее вероятно регрессия, это, так сказать, прогрессия, более вероятная прогрессия в рак. И, значит, существуют какие-то факторы прогрессии карциномы инситу. Какие же эти факторы? Как нам определить, в общем-то, какую женщина, так сказать, к какой группе относится каждая конкретная пациентка? И можно все факторы разделить на факторы, связанные с вирусом папилломы человека, и кофакторы. Ну вот к факторам, связанным с вирусом папилломы человека, можно отнести сами факторы, связанные именно с типом вируса, с вирусной нагрузкой или количество копий ДНК, с вирусным статусом вируса, о чем очень много говорилось, так сказать. И, имеется в виду эписомальная, интегративная форма, но это уже старые работы данные, множественность вирусной инфекции. А к факторам, не связанным с вирусом, это возраст начала половой жизни имеет большое значение. Считается, что чем раньше возраст, тем больше опасность, так сказать, прогрессии цервикальных неоплазий. Это большое число родов. Под вопросом применения оральных контрацептивов, ну, механизм обсуждается, связано ли это с отсутствием защищенного секса, или это связано непосредственно с гормональным воздействием, роль эстрогенов обсуждается, доказанная роль курения в плане негативного фактора, низкий социально-экономический статус доказано влияет, и персистенция инфекции, в том числе вируса простого герпеса. И если мы посмотрим, какие же факторы связаны с вирусом, то вы прекрасно знаете, что есть генотипы высокого онкогенного риска и низкого. И самое интересное, что разные авторы приводят разное, так сказать, по-разному относят высокий и низкий риск. И вот к высокому риску относят не только 4 типа 16, 18, 31 и 45, ну вот я привожу данные разных авторов, но и все вот эти вот высокого риска. А некоторые относят, вот помимо вот этих вот четырех, относят к промежуточному риску остальные. Ну, я хочу сказать, что по данным вот исследований, которые проводились в нашем институте, мы считаем, что всех их нужно относить к высокому риску, потому что даже проводя
проводя исследование обнаружения ДНК и в опухоли уже при инвазивном раке шейки матки, а далее мы занимались исследованием обнаружения ДНК вируса папилломы человека в лимфатических узлах у больных раком шейки матки, мы обнаруживали в лимфоузлах и, так сказать, ДНК 33-го и 31-го типа, так что вот и мое мнение, что их нужно относить к всем группам высокого риска. Ну, вот это примерно распределение по странам, какие генотипы, они, в общем-то, вот я хотела бы показать, что здесь вот приведены, так сказать, страны Азии, страны Европы, Америки, северные и южные, да, и вот интересно, да, вот, конечно, везде вот мы видим, в основном, это наиболее частый, это генотип 16-й генотип, и вот по этой картинке я хотела бы сказать, что, в общем-то, наша страна все-таки, хотя мы говорим, да, азиаты мы, да, с раскосыми жадными очами, но все-таки по распределению даже генотипа мы все-таки ближе относимся к Европе, потому что, если мы посмотрим вот на это распределение, да, это вот, это данные, так сказать, которые под эгидой Международного агентства по изучению в журналах, так сказать, вакцинация приводится, да, вот примерно одинаковое соотношение генотипов, вот то, что мы получили в нашем институте, когда исследовали в инвазивном раке шейки матки, то есть у нас второе место, у нас не так много 18-го типа, как в Азии, у нас его примерно столько же, сколько 33-го, да, это при раке шейки матки. И то же самое при инвазивных формах, также мы видим, что это примерно одинаковое соотношение 18-го и 33-го генотипа, это сейчас такое, эти исследования продолжаем. Вот множественность, как влияет множественность? Ну вот множественность, действительно, у молодых женщин часто множественные генотипы, и мы обнаружили, что по мере прогрессирования процесса обычно остается один генотип, обычно это 16-й генотип, или 18-й, или 33-й, 31-й могут быть в одиночестве. Даже в других работах было показано, что по мере прогрессирования процесса уменьшается различное количество генотипов. Я прошу прощения, да, у нас есть еще очень интересный доклад, у нас есть еще другие докладчики. Да, я заканчиваю. Я не буду приводить эти данные, я хотела бы вам сказать, что дальше. Когда мы говорим о прогрессии, мы говорим о том, какие молекулярные марки на сегодняшний день мы можем определить. И сегодня уже о них говорили, мы говорим о том, что мы можем определить в опухоли белки P16 и Ki67, да, и, в общем-то, на сегодняшний день имеются данные о том, насколько этот метод чувствителен, он обладает высокой чувствительностью и специфичностью. И я бы хотела сказать, что в плане, так сказать, именно даже не их применяют и цитологическим методом, и гистологическим методом, но я не думаю, что за этими методами скрининг. Я думаю, что за этими методами углубленная диагностика, нам нужно дифференцировать прогрессию рака шейки матки, оценить ее, да, при инвазивную карциному. Ну, вот так мы видим, когда, так сказать, имеются положительные поля на P16 в эпителии шейки матки. И если мы говорим, так сказать, дальше о том, какие еще могут быть на сегодняшний день новые методы, да, исследования, мы говорим о том, сейчас очень большое внимание приковано к микро-РНК. К микро-РНК как диагностический маркер различных опухолевых патологий, не только рака шейки матки. На сегодняшний день их роль пока еще не, так сказать, определена в онкологии, но сейчас проводятся исследования, и многие ученые предполагают, что будущее за этой методикой и определение микро-РНК, потому что, как мы сегодня видели, при заражении вирусной инфекции в эпителии шейки матки, это уже показано, там задействовано, происходит нестабильность генома, выявляется мутация во многих генах, не только Е6, Е7. И, так сказать, вот, а эта работа, которая была, проводилась в Петрозаводске, в том числе, так сказать, и поскольку я была руководителем, консультантом по докторской диссертации этого доктора Ковчера, вот там такие вот проводились исследования по возможности применения микро-РНК в ранней дифференциальной диагностике определения прогрессии карциномы инситу и рака шейки матки. Эти исследования сейчас начинаются уже и в нашем институте. Дальше лечение. Да, если мы говорим, то о лечении уже мы же не просто должны выявить, мы должны провести и лечение этих преинвазивных карцином. И обсуждается вопрос, да, и здесь вставал уже вопрос о том, прицельная прикольпоскопия или конизация. Да? И, конечно, и наша клиника стоит на позициях, что нужно выполнять конизацию. Почему очень важно у молодых женщин определить, так сказать, прогрессию, да, когда есть персистенция вируса, цитологически не определяется изменения цитологические. И вот иногда при биопсии таких вот изменений при конизации, и я получала такие данные, цитологически отрицательные данные, а
при конизации мы выявляем карциному инситу. Да? Нет цитологических данных. Без АТП мы получаем результат. А при конизации в конусе карцинома инситу на фоне персистирующей вирусной инфекции. И это не только вот мои данные, которые мы приводим, это данные, которые опубликованы другими авторами, что есть отрицательные результаты цитограммы, когда при гистологическом исследовании можно получить. И вот как раз дифференциальная диагностика. И цитологи на меня иногда обижаются, в частности, профессор Виктор Иванович Новик, Елена Вильна. Нет там, мы пересмотрели все препараты цитологические, нет там дисплазии. И я говорю, ну посмотрите гистологические. Он посмотрел, нет, и в гистологии я не вижу. Нет там ничего, мы правильно вам ответили. А когда мы делаем иммуногистохимический метод, да, это уже объективные данные. Мы уже не можем, так сказать, отрицать, если мы получаем положительно во всем конусе, мы получаем P16 положительный, да, и Ки67 в 100%, да, то здесь уже, так сказать, мы не можем отрицать, что дисплазия имеется. Ну, я хотела бы здесь привести, что за рубежом это выполняется при помощи петлевой эксцизии. И я с гордостью могу сказать, что только в нашей стране применяется конизатор Роговенко, да, который был предложен одним из первых руководителей нашего отделения онкогинекологии Петрова, который позволяет именно забирать нижние две трети цервикального канала, а за рубежом в клиниках европейских приводится так называемая loop excision, петлевая, которая не позволяет, так сказать, полноценно исследовать цервикальный канал, и в принципе нам даже не всегда нужно и выскабливание цервикального канала, потому что мы забираем весь пласт при помощи вот этого конизатора. Нам мы привыкли, мы все пользуемся им, а на самом деле только в нашей стране. Вот. И что такое для мониторинга? Да? Если у нас в стране еще даже не принят не только ВПЧ-тест, но не принят ВПЧ-тест для мониторинга после лечения уже при инвазивных изменениях. И вот сейчас я хочу сказать, что мы уже должны внедрять применение ВПЧ-теста в мониторинге после лечения. Дальше. Мы в элиминации, конечно, я заканчиваю, последний слайд остался, я заканчиваю. И сейчас мы знаем прекрасно на сегодняшний день, что в элиминации вируса папиллома человека принимает участие иммунитет. И не зря мы поднимаем, так сказать, приводим вакцины для профилактики рака шейки матки, но можно лечить не только при помощи, так сказать, не только при помощи уже вакцин лечебных, но можно просто проводить системную иммунотерапию, которая не является стандартным ни за рубежом, ни у нас, но мы такие исследования проводили, в частности, при помощи этого и других препаратов, и мы видели, что, в принципе, это лечение эффективно, и можно его применять в комплексном лечении при инвазивных карцином. Ну, так сказать, вот это вот и вот наш дизайн нашего исследования, выводы, которые мы получили, что 67%, это последний мой слайд, что у 67% персистирующий вирус папилломы человека инфекции, и при инвазивной менеоплазии шейки матки наблюдается снижение клеточно-опосредованного иммунитета, мы это видим. Применение иммуномодулирующего лечения приводит к усилению эффекторной функции это клеточного иммунитета и оказывает выраженную местную реакцию в виде миграции лимфоцитов в очаг дисплазии к регрессу, а в ряде случаев и к регрессу ранних непосредственных эпителий шейки матки мы эти данные уже получили. И полученные данные могут способствовать разработке новых подходов, профилактику и лечению заболеваний у женщин данной категории. Спасибо большое.